Новая техника пока не используется. Сотрудники «Самара-Лес» проходят дополнительное обучение, но уже в феврале с ее помощью начнут приводить в порядок леса Самарской области. Специализированные машины могут переработать ствол дерева диаметром до 30 сантиметров. Процесс полностью автоматизирован. Измельченная древесина востребована. Нужно будет нам для питомников, для наших, для мульчирования мы будем использовать. Да, там, где это нужно будет в определенной степени для каких-то других потребностей, которые будут у сельскохозяйственных, если будет необходимость, они будут забирать. Ну а так, в принципе, она будет рассыпаться в лесу, перегнивать, в принципе, это создавать будет определенный благородный слой. Технику закупили у отечественного производителя на Красноярском заводе за счет целевой субсидии правительства Самарской области. Название регионального проекта «Сохранение лесов» говорит за себя. В этом году в Самарской области восстановили более 700 гектаров леса. Сейчас завершается заготовка семян для лесовосстановления. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.